Юрмале открылся парк отдыха «Каугури». На его территории площадью почти в 4 гектара за неполные 9 миллионов евро обустроили бесплатный скейт-парк и большую детскую площадку. В построенном здесь доме молодежи будут работать различные студии. Здесь же можно будет смотреть кино. А зимой в парке будет каток. В огромном скейт-парке собралась активная молодежь не только из Каугури, но и из других районов. Из Пунцима и даже из Тукумса. Молодость для того, чтобы делать трюки и наслаждаться жизнью. Из Тукумса. Тут очень хорошие рампы. Нормально, можно приезжать сюда на самокате и делать трюки. Мне больше всего нравится этот молодежный дом, где можно будет провести время днем. Дом молодежи – самое большое сооружение в парке. В этом двухэтажном здании подростки могут творчески проводить свободное время. На первом этаже здания расположена музыкальная студия и фотостудия, ресурсный центр и детская игровая комната. На втором этаже большой холл, открытая терраса и место для кинотеатра под открытым небом. Самоуправление планирует сдавать часть этой площади, например, под нужды кафе. Ну а самых маленьких жителей Юрмалы можно встретить на детской площадке. Пока мы попробовали только это. Главное, что детям нравится. Много чего для всех возрастов. Хорошо, что есть разделение. Создание парка обошлось почти в 9 миллионов евро. Часть суммы – финансирование европейских фондов. Виктория Пушкила-Отто, Ая Кинца, Ивар Жепицкис, РУС-ЛСМ, Латвийское телевидение.